Всем привет, Александр из Зеленограда. Пришла наша посылка, первый наш опыт покупки на сайте AliExpress. Покупали мы кроссовки детские. Цена вышла 638 рублей с учетом пересылки. Такие кроссовки. В отличие от eBay, здесь цена указана и платить можно кредитной картой без системы PayPal и без комиссии. Система PayPal берет комиссии определенные. Здесь идет оплата напрямую кредитной картой и ничего не взимается, никаких комиссий. Сейчас будем распечатывать. Смотрите. Так запакованы кроссовки. Сейчас мы их распечатываем. Вот. Сейчас я курицу ем. Почему такая соленая? Нормально. Уля, тут даже это подставка под, как называется, поддержка для ноги, для стопы. Смотрите, Мака, помолчи немножко. Теперь повесишь. Поддержка даже есть. Стирка унимается. Классно. Спасибо. Захар, померяешь? Слушай, вот мы мастерали Adidas. Вот тоже мы в спортмастере покупаем, да? 600 рублей, да? 638 рублей. Нормально вообще. Мягкие, классные, да? Угу. Мака, налей, пожалуйста, гранату на личку. Захар, иди помирись, сынок. Что язык, наверное, заворачивается. Он слишком мягкий. Кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Вот мне понравилось, если что. Подписывайтесь на канал. Вот мне понравилось, если что. Это супер. Сплошная Adidas. Кроссовки пришли откуда? Китая. Да? Все, всем счастливо, пока. Захар, иди померяй.